Как отличить оригинальное моторное масло? Производители масла заботятся о том, чтобы их продукт был защищен от подделок. Поэтому каждая канистра масла «Кастрол» имеет несколько степеней защиты. Первая степень – это крышка. Обратите внимание на ее форму. Новые крышки имеют более высокие ребра. Каждая крышка имеет защитное кольцо с логотипом. Если он нарушен, значит канистра открывалась. Сверху на крышке нанесен логотип «Кастрол». Убедитесь, что он присутствует. Под крышкой должна находиться специальная защитная фольга. На задней этикетке канистры около штрих-кода должна присутствовать голограмма. Она меняет изображение в зависимости от угла зрения. Также у каждой канистры есть уникальный код, который присваивается ей на заводе. Кроме того, совсем недавно появилась новая степень защиты канистры в виде голограммы, которая располагается сверху канистры. Она позволяет вам проверить подлинность канистры четырьмя способами – с помощью СМС, мобильного приложения, специального сайта и горячей линии. Избегайте подделок и покупайте масла у официальных представителей «Кастрол».